Два года назад риэлтор Оксана Отякшева и не думала, что откроет свой красивый бизнес. Четверо детей, ипотека, внезапно получивший инвалидность супруг. Жизненная ситуация вела к большим долгам и возможной бедности. Денег не хватало даже на еду. Оксана обратилась за помощью в комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Самары, где ей предложили заключить социальный контракт и открыть парикмахерскую. Ремонт мы сделали своими руками. В августе месяце мы открылись, на практически уже год. Вот начинаем работать. Штат набран был практически сразу. Работать прямо с первого дня практически. Клиенты пошли тоже с первого дня. Как бы контракт, но, как бы сказать, сделал свое дело. Он несет прибыль. Чтобы заключить такой контракт, следует обратиться в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Право на него имеют малоимущие семьи, в которых есть дети до 16 лет, неработающие или одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, студенты. Как именно потратить средства, чтобы это была не единовременная поддержка, а способ получения постоянного дохода, решают сами граждане с помощью соцработников. Это может быть на развитие подсобного хозяйства, это может быть на профессиональное переобучение. Это может быть на установку счетчиков, приборов учета. То есть самые различные есть направления. Если, допустим, какие-то справки трудно собрать, мы делаем запросы. В принципе, в течение 3 дней вполне можно собрать документы. Я думаю, что несложно. Хотя изначально, когда видят они список документов, которые нужен, требуется, говорят, ой, как много. Я говорю, да не пугайтесь, тут в основном-то мы все документы за вас и соберем. В 2010 году в Самарской области было заключено без малого 8 десятков социальных контрактов. В 2018 – более 1500, а с начала 2019 – уже 893. Воспользоваться такой помощью можно раз в 3 года. Повторные обращения уже есть. Светлана Стрибкова, Андрей Авдеев, Новости губернии.